сейчас дома, вот на 30 дней реабилитации нам дали. Дело в том, что ребята после выздоровления опять же едут туда, хромые, косые. Не 20 буйволов сидят с автоматами. Учинили там разгром-погром. Россия началась зачистка неугодных. Они говорят, либо уезжаете из страны, либо мы вас будем сажать и закрывать ваши каналы. Я открыто заявляю, если со мной что-то случится, если случится что-то с активистами ОСВР, независимой ассоциацией врачей, какие-то уголовные дела, аресты, нападения, можно винить в этом Владимира Владимировича Путина?